Остановочный павильон на автостанции на 10-м километре в Петропавловске больше не будет продуваться. Его закроют оргстеклом для удобства камчатцев. Об этом сообщил глава краевой столицы Константин Брызгин в ходе прямого эфира в сети Инстаграм с врио губернатора края Владимиром Солодовым и министром транспорта и дорожного строительства Владимиром Каюмовым. Во время прямого эфира один из зрителей написал, что автостанция на 10-м километре продувается всеми ветрами. Это создает неудобства для жителей и гостей Петропавловска, так как ждать нужный автобус очень холодно. Автостанция на 10-м километре продувается всеми ветрами. Здесь большое скопление народа, развязка на международные поездки. Не будет больше продуваться всеми ветрами. Закроем мы стеклом, оргстеклом. Нормально, хорошо сделаем павильон, он останется в таком же виде, но будет закрыт стеклом. Глава Петропавловска отметил, что все работы будут закончены в июле этого года.